Это было солнечное воскресное утро, и мне захотелось пожарить картошечки, но не обычной, а с грибочками, луком и говяжьей колбаской. Все, что я сделала, это почистила и помыла картошечку, нарезала ее дольками, также крупно порезала грибочки и аккуратненько настругала лучок. Дальше пошла в ход колбаска тоненькими полосочками. Все это я закинула в мультиварку, предварительно добавив растительного масла. Включила свой любимый сериал и наслаждалась, как шкварчит со специями картошка в маслице. Дальше я добавила овощи, и на выходе я получила сногсшибательную картошку со специями, паприкой, грибочками, лучочком. И сделала вкусный салат со сметаной, с томатами, луком и огурцами.